Работы самых разных уровней мастерства, используемых выразительных средств и вкладываемых идей. Студенты Приморского краевого художественного колледжа доказывают преподавателям и себе, что они достойны своего ремесла. Арт-кухня, несмотря на кулинарный подтекст заголовка, мероприятие исключительно художественного толка. И к тому же ставшее ежегодным. Конкретно эта кухня пятая по счету. И в этот раз имеет собственный слоган «Учитель и ученик». То есть идея была 5 лет назад, чтобы представить наш колледж не как обычную просто выставку, а как преемственность одного поколения опытного, ну, которым являются преподаватели, другому, передача опыта своего другому поколению. В экспозицию вошли самые смелые эксперименты в рамках классических традиций художественного образования и инновационных методов дизайнерского мастерства. По крайней мере, так говорят сами организаторы. Случайно или нет, но открытие арт-кухни совпало с церемонией награждения участников заключительного этапа 17-х Дельфийских игр. Золото и серебро взяли воспитанники Приморского художественного колледжа, и их работы также участвуют в выставке. В выставке у нас участвуют пленерные работы, которые мы писали с натуры. Работы сделаны в этом году. Работы в основном писались на Садгороде. Тема выставки «Любимое Приморье» приурочена к 80-летию Приморского края. Дополнительный бонус для посетителей – цветочные экспозиции с фиалок, декоративно-лиственных белоний и многих других комнатных растений. Мастерство молодых дарований жители и гости Владивостока смогут оценить вплоть до 10 мая. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на 8.